רוצה היום לדבר על תפילה הכי מפורסמת כנראה בתנ"ך. Я хочу сегодня поговорить о самой известной молитве в Библии. זה אבינו שבשמיים. Это молитва Отче наш. ואני רוצה לקרוא קודם כל. Я хочу прочитать, во-первых, מספר מתי, מפרק 6. Из Евангелия от Матфея, 6 глава. מפסוק 7, от пасук... Кен. משהו כזה. Давайте мы прочитаем с 7 по 13 стих. כאשר אתם מתפללים, תמנעו מלגבב מילים פגועים, החושבים שברוב דבריכם שמעו. אל תהיו דומים להם, כי ידע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כל כך תתפללו. Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Во-первых, Иешуа дает ясное направление, когда Он сидит среди Своих учеников. אז שואלים אותו באופן טכני, איך להתפלל, איך לגשת לאלוהים? Его спрашивают такой простой вопрос, как обращаться к Богу, как молиться? הרעיון הראשון, אל תרבבו את המילים, לא יותר מדי מילים. И первая идея, которую он нам дает, это не будьте многословны, не нужно использовать чересчур много слов. אני ראיתי די הרבה אנשים שכשלוקחים את ההזדמנות להתפלל, זה לוקח להם 10 דקות להסיים. Я видел очень много людей, которые, когда берут возможность молиться, у них просто это какое-то бесконечное время. 10 минут занимает одноминутная молитва. Если вы молитесь один на один с Богом, молитесь как угодно и сколько угодно, это то, что вы чувствуете. Но когда вы с другими людьми, нужно это делать более кратко, לעניין יותר, более направленно, להפעיל ראש ולהוציא מה שיש בלב, ככה, זה הולך כמו טיל. Включать мозги и да, изливать то, что есть у вас в сердце. אבל זה הוראה כזו כללית. Но это такая общее направление. אני רציתי לדבר על מהות של תפילה, אבינו שבשמיים. Я хочу говорить именно о значении молитвы Отче наш. אז אני רוצה לקרוא את התפילה קודם כל. Я хочу прочитать эту молитву, во-первых. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מרע, כי אם תסלחו לבני אדם על חטאיכם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. И ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит вам и Отец ваш Небесный. А с кодом кол, лифней шани олех ве ани дабер על כל פסוק. До того, как я начну разбирать каждый стих. אנחנו צריכים להבין שבתנ"ך, בדבר אדוני. Мы должны понять, что в Божьем слове. יש מלא פעמים שאותה רעיון חוזרת שוב ושוב ושוב. Мы должны понять, что очень много раз та же идея возвращается в нескольких местах. לפעמים היא אותה עטופה במילים שונות. Иногда одна и та же идея и как бы ее обвертка в разных словах. Кломар,
לפעמים אנחנו שומעים מילה על אור. Иногда мы слышим слово свет. או על חיים. Или жизнь. או על שמחה. Или радость. ופחות או יותר זה אותו דבר. И более или менее это то же самое. אני זוכר שראיתי ריב בין שני מאמינים. Я помню, как спорили два верующих. ולא יכלו להסכים על שני מילים. במקום אחד כתוב מלכות השמיים, ובמקום שני כתוב מלכות האלוהים. כל אחד היה מכניס את התיאוריות שלהם. Не могли согласиться по поводу фразы. Один спорил про царство небесное, а другой спорил про царство Божие, и они две разных теории приводили. כאילו זה לא אותו דבר. Как будто это не то же самое. תנ"ך משתמש בכל מיני הכרזות ודברים שהם דומים, וזה דווקא מוכיח שאותה רוח עומדת מאחורי אלה שכתבו אותו. Танах использует различные провозглашения, различные фразы, но это только подтверждает нам, что тот же дух является вдохновителем того же. כל הביטויים האלה עדיין על אותו דבר. Потому что все эти выражения в смысле означают то же самое. ודברים כאלה אנחנו כן יכולים לראות, ואנחנו נראה אותם בתפילה של אדוננו. И такие вещи мы можем видеть, и мы увидим в молитве «Отче наш». יש יחס שונה בכל קבוצה, בכל קהילה לתפילה הזאת. И есть разные отношения в каждой группе верующих к этой молитве. יש קבוצות שמתפללים בתפילה הזאת כל יום. Есть группы верующих, которые этой молитвой молятся каждый день. או כל אסיפה חגיגית מתפללים. Или каждый праздник. זה אני רוצה להגיד, זה עניין אישי. Я могу сказать, что это личное решение. אני לא רואה שום הוראה על יומיומי או פעמבה. כל אחד עושה מה שהוא מרגיש. Я не вижу здесь никакого ясного направления, нужно ли молиться каждый день или раз в какой-то период времени. אבל בלי ספק, התפילה הזאת זה גם תנועה של הלב. Но без сомнения, эта молитва – это и движение нашего сердца. וכמעט כל ביטוי כאן זה ראשי תיבות של איזשהו עניין גדול. И практически каждое слово здесь – это как будто подтекст для чего-то большего. Заголовок. Заголовок. כלומר, כשאתה קורא על משהו, אתה מתחיל לחשוב על זה ואתה אומר, זה לא רק לחם חוקנו. Например, когда ты начинаешь что-то разбирать и говоря хлеб наш насущный, ты понимаешь, что это не просто хлеб. כמובן, לפעמים מספיק רק לחם בשביל לשרוד ולהיות. Естественно, иногда даже просто хлеба хватает для того, чтобы выжить и жить. אנחנו רגילים לאוכל צבעוני ושונה, במיוחד פה בישראל. Но мы привыкли к более разнообразной пище, особенно здесь в Израиле. אבל אני זוכר כשהייתי חולה ברמב"ם. Но я помню, что когда я болел в Рамбам. עם קורונה. Был болен короной. שום דבר לא נכנס לפה. Просто не мог в себя ничего засунуть. ומה שנתן לי כוח זה לחם עם חימה. רק זה אכלתי וזה נתן לי כוח. И то, что мне давало силы, максимум, что я мог съесть, это хлеб с маслом, и больше ничего не хотелось. אבל זה נתן כוח. Но это мне дало достаточно силы. אז מצד אחד, לחם זה משהו טוב מאוד. С одной стороны, хлеб это что-то очень хорошее. אבל כשאנחנו קוראים כאן, תן לחם חוקנו, זה על משהו גדול יותר מדובר. Но когда мы здесь написано, дай нам хлеб наш насущный, здесь говорится про нечто большее. אז אני רוצה לגעת בראשי תיבות האלה עכשיו. Я хочу просто сказать вам про эти заголовки. ובוא נבין. Давайте мы поймем. אז Иешуа מלמד תלמידיו, ואנחנו תלמידיו שלו. Иешуа учит своих учеников, и мы его ученики. והוא אומר, כך תתפללו. Он говорит, молитесь же так. אבינו שבשמיים. Отец наш небесный. יתקדש שמך. Да светится твое имя. אז קודם כל. Во-первых, אם אנחנו מכירים כתבי קודש. Если мы знаем священные писания. אז זה רמז או ציטוט כמעט ישיר, או לא ישיר, אבל זה כן ציטוט של הכרזה שמע ישראל. Если мы знаем священные писания, то это практически намек или даже цитирование молитвы «Слушай, Израиль». מי זוכר שמע ישראל? Кто помнит молитву «Слушай, Израиль»? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог един есть». וכשאנחנו באים לתפילה הזאת, או הכרזה הזאת, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Когда мы начинаем молиться молитвой, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог един есть. אז כמובן, יש שם הרבה פירושים
Там есть много толкований, как это понимать. Что значит Господь Бог наш, Бог единый? Есть разные толкователи, которые по-разному объясняют это. В одном есть много, один это один, все говорят по-разному. И я не хочу вдаваться в такие толкования, потому что значение «слушай, Израиль» זה כמו שמלך גדול מכריז לעבדיו שאני היחיד. Это когда великий царь своим рабам провозглашает «Я единственный». Это толкование молитвы «Слушай, Израиль». И если мы начинаем молиться молитвой «Отче наш», это то же самое. Отец наш небесный, единственный и не другого. Мы знаем, что в первом веке мисавив Исраэль аю коль миней тнуот паганим, яваним, коль миней авудат элилим. Вокруг Израиля были разные движения языческие и идолопоклоннические. И из-за деловых связей люди имели связи со всеми другими народами. Особенно в Галилее. Мы знаем, что были горы, горы большие, как Ципори, мы знаем, что в больших городах, как Ципори, Тверия, было очень много других народов. И мы также не забудем, что во время правления Антиоха Эпифана, который пытался просто стереть с лица земли веру в единого Бога. То Иешуа как раз укрепляет в своих учениках эту идею, что нет другого Бога, кроме единого. Когда я объясняю это, я очень надеюсь, что мы тоже понимаем этот вопрос. Возможно, где-то в голове мы верим в это, но как мы научились сегодня в недельной главе, потом есть питуй, и ты не ты вроде бы веришь, 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 потом настает испытание, искушение, и ты не понимаешь вообще, в кого ты веришь и где ты веришь. Иешуа ממשיך ואומר, יתקדש שמך. Иешуа продолжает и говорит, да светится имя твое. יתקדש שמך, יש גם מלא פירושים לביטוי הזה. В выражении «да светится твое имя» есть много толкований. אבל יש פה הודיה סמויה. Но также есть тайная благодарность. כאילו בתוך, בתור, בתור, בתוך הלב שלך, אתה מביא איזשהו, יתקדש שמך, אני מודה שאתה יחיד ולב, אתה, אני מודה. В твоем сердце ты говоришь, я благодарю тебя за то, что ты тот, который ты есть. אני רוצה להגיד משהו. Я хочу кое-что сказать вам. כשאתה ילד וצעיר, אתה מסתכל על כל מיני גיבורים, ובדרך כלל גיבורים החזקים הם מאצ'ו כאלה, ברוטליים. Когда ты маленький мальчик или подрастаешь, подросток, ты смотришь и делаешь своими героями каких-то таких вот героев, сильных, мачо, брутальных мужчин. Я думаю, что здесь каждый мужчина со мной согласится. Тот, который пинком дверь открывает. Я помню, что когда я учился, это какой класс? В шестом классе? Афилу ло, ютер. Они еще восьмой. В восьмом классе? А я цлейну бахур хадаш. У нас был новенький парень. Бахурим. И он отличался от всех остальных мальчиков. Вехас вехалил, у ло я гей, кмо ше умрим айо. И он не был геем, как сегодня говорят. אבל הוא כל הזמן כשהוא היה מדבר, הוא עושה משהו, הוא היה אומר, ספסיבה, פז'לוסטה, ממש.
Но каждый раз, когда он обращался к другим людям, просто вежливо обращался, говорил спасибо, пожалуйста. И мы смотрели на него, как на идиота. Но мы видели. Они мне говорят, окей, Йоханнес, ты не понимаешь. А тарбут шелахем ушоне. Йоханнес меня не поймет. Ахи шелану ми Мексика, улай та винути арбе йотер тов. Их культура другая. Аваль, питом раину. Но вдруг мы увидели. Эх, ума цлиях, эфо ше анах, бишвилейну аделита эта сгура. Что он преуспевает в том, где для нас двери закрыты. Ве... אם לבקש משהו ממורה או ממין האלה איזשהו, הדלתות היו פתוחים בשבילו, לא בשבילנו עם הרצון לפתוח דלת עם הרגל. Когда он обращался к учителю или к директору, его принимали и слушали лучше, чем тех, которые пинком открывают дверь. Понятно. אני רוצה להגיד, я хочу сказать, הודיה, אפילו סמויה, благодарение, даже скрытое, זה עושה משהו בלב שלנו, это делает что-то в нашем сердце, שפותח דלתות של שמיים, которое открывает двери небес. וכל המטרה לדוגמה השתחוויה שאנחנו שרים שרים לאלוהים, и вся цель поклонения, когда мы воспеваем наши песни Богу, это не для того, чтобы сделать еще одно выступление. Это потому, что музыка способна касаться наших сердцах, сердец, и наше благодарение может выйти наружу. Они мамших им... אבינו שבשמיים. Я продолжаю с молитвой «Отче наш». אז תבוא מלכותך. Да придет царство твое. יעשה רצונך. Да будет воля твоя. כן בארץ. На земле, как на небе. אני בטוח שכמה ממכם ראיתם או שמעתם לימוד שאני עשיתי כמה פעמים כבר שנקרא תיקון עולם. Я уверен, что многие слышали то учение, которое я уже несколько раз преподавал, תיקון עולם, исправление мира. ומי שלא שמע או רוצה לשמוע ביוטיוב יש את זה. Если кто-то хочет прослушать эти уроки, то они есть в ютубе. ואין לי מטרה עכשיו לחזור על הנקודות שם. И у меня нет никакой цели сейчас проходить по всем пунктам. Района якари. Но основная идея. И אנחנו רואים את זה במיוחד בספר בראשית. И мы видим ее в книге Бытия. שבני אדם התפתחו. Такова, что народ развился. וגם התפתח בהם מרידה נגד אלוהים. И человечество развивалось, и по мере развития человека развивался бунт внутри человека. והמרידה נגד אלוהים גרמה לקריסות ענקיות. И бунт против Бога привел к многим катастрофам. מבול. Потоп. אני חושב שאנחנו בקושי מבינים את זה. Я думаю, что мы практически не можем это понять. כמה אנשים היום גרים בעלי אדמות? מישהו זוכר? Кто, сколько населения земли? Кто-то знает на сегодняшний день? קרוב לשמונה. Около 8 миллиардов. אז סביר להניח שלפני מבול היה אולי כפול 10, אולי יותר. До потопа было в 10 раз больше примерно. והיו הרבה יותר מפותחים מאיתנו. И они были намного более развиты, чем мы. וקטסטרופה הייתה ענקית. И масштаб катастрофы был ужасный. מה שקרה בבבל עם כל הבלבול ושיבוש של כל הטבע של בני אדם, לא רק לשון. То, что произошло в Вавилоне, не только поменялись языки, но также изменилась человеческая природа. אנחנו ירדנו כמעט עד פלינטוס, как любит говорить Игорь. Мы спустились, как Игорь любит говорить, ниже плинтуса. אבל אלוהים אחר כך התחיל להביא תיקונים. Но потом Бог стал в человечество приносить исправление. ושוב, במילים שונות, и другими словами, мы видим, как Танах говорит нам об этом. לדוגמה, ישעיהו 58,
Избер аля цома гадоль. Например, Исаия 58, объяснение про Великий пост. Ба Йом Кипур анахну курим ктаим аэле. В Йом Кипур мы читаем эти места Писания. Помните? Зе ацом шебахар Адонай. Этот пост, который избрал Господь. Кто помнит эти места Писания? Аз ешем ба пасук 12, катув. В 12 стихе там написано. Икрыу отхем мишапцей, о митакней, шварим. Вас назовут восстановителями развалин. Восстановителями развалин. Зираион шел тикун, шипур. Это идея исправления и восстановления. Зираион дубар аль кир гевес шата сам кцат шпахтель. Это не про стену, которую, гипсовую стену, которую ты за маской можешь исправить. Зе аль машу гадоль ютер. Это о чем-то большем. Коль азман Танах мидаберет аль зе. Каждый раз Танах говорит об этом. Веине Йешуа омер ото давар, веу махнис эт зе летфила ахраза, шеяво малхутха верацонха мегармония шелха аль алей адамот. Вот Йешуа здесь говорит и провозглашает, что Царство Божье и его гармония придут на землю. И он вкладывает эти слова в наши уста. С пониманием или без понимания, но мы провозглашаем, Господь, мы хотим, чтобы Твое совершенство пришло в наш несовершенный мир. Потому что в нашем мире есть много балагана. Ини, есть лану патио, прахим, арбир, анахну яхолим лацет, лануах, аколь беседр, килу, охаль есть, тода лэль. Патио и красивые растения, и мы можем выйти на свежий воздух и отдохнуть. Анахну яхолим лацет лебат галим, ахла маком, анахну яхолим ликнот кос кафе, лиштот, вэлейнот. Мы можем выйти на Бат Галим, сесть, купить стакан кофе, наслаждаться видом, воздухом. Но когда кто-то проходит какие-то серьезные медицинские процедуры, или когда есть ожидание войны, или когда люди находятся в состоянии войны, то происходит балаган. И мы хотим, чтобы гармония небес спустилась на нашу землю. Но вместе с этой большой гармонией Йешуа умер лану, Йешуа говорит нам, что все это зависит также от каждого дня. И поэтому он говорит, молитесь так, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Я уже сказал вам, что места священных писаний часто используют одну и ту же идею. Я хочу прочитать из книги Притчи с 30 главы с 7 по 9. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Лехем хукейну, кан... Здесь также говорится про насущный хлеб. Мы можем быть супер верующими. Но вдруг нам что-то, чего-то не достает. И мы не знаем, как мы будем реагировать на такую ситуацию. Я еще раз говорю, мы не знаем, как мы будем реагировать на искушение. И когда Йешуа говорит про хлеб насущный, это хлеб. Но это также масло. Или может быть бутерброд с мясом и с овощами. Это также говорится про возможность и платить страховки. Машканта, о схирут, о оцаот шел рехев. Машканту или суду, или траты на машину. Яхолет.
להתפרנס בכבוד, כמו שאני מתפלל כל הזמן כשאני מברך מעשר ותרומה. Достойно зарабатывать. Я очень люблю молиться об этом каждый раз, когда мы собираем десятины и пожертвования. Потому что когда что-то не работает, אתם יודעים, статистика אומרת לנו, статистика говорит нам, 80% של גירושין, 80% разводов, בגלל בעיות כספיות, происходит из-за финансовых проблем. וזה לא תמיד שהיא או הוא רוצה יותר מדי. Это не потому, что она или он хотят что чересчур. זה בגלל שלחם חוקנו, למה שנחוץ לנו עכשיו, לא מספיק. И это из-за того, что хлеб насущный не достает людям. אז תפילה הזאת, это молитва, ויציבות שלנו מבחינה כספית, и наша стабильность с экономической точки зрения, גורמת גם לדברים ענקיים כמו תיקון עולם. Она также приносит, способствует к более великим вещам, как исправление мира. אני לא מדבר עכשיו על איך להיות יציב. Я не говорю сейчас про то, как стать стабильным. כמובן יש שם גם הודיה, גם נתינה. Естественно, неотъемлемые части этого и благодарение, и даяние. אבל גם ברכה מאלוהים. Но также это благословение от Бога. את לחם חוקנו תן לנו היום. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. אני ממשיך. Я продолжаю. פסוק 12 כתוב ככה. В 12 стихе так написано. וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. מה זה? Что это? אני אתן הסבר מאוד פשוט. Я дам простой пример. מי זוכר ביטוי מידה כנגד מידה? Кто помнит выражение мера за меру? מישהו זוכר ביטוי כזה? Кто-то помнит такое выражение? העולם שלנו בנוי על בלנס. Наш мир устроен на балансе. בגלל זה עוד בתורת משה כתוב. Поэтому в Торе Моисея написано. כשאתה עושה רע. Когда ты делаешь плохо. לא בטוח ולא לא, לא ברור מתי, אבל רע תחזור אליך. Не известно когда, но это зло точно обратится на тебя. אם אתה עושה טוב, לא ברור מתי, אבל готово за тахзор алеха. Но если ты делаешь кому-то добро, то тоже неизвестно, когда оно это добро вернется к тебе. Ишуа медабер ал ото давар. Ишуа говорит о том же самом. Памим работ бабесурот анахну корим аль зе. Очень часто в Евангелиях мы читаем об этом. Омер казе давар. Беизе мида ата модедет ахирим каха им деду гам отха. Он говорит, какой мерой ты отмериваешь другим, такой же и тебе отмерится. Помните, Ишуа говорит об этом. Им они минасе лирот это байот שלך עד מילימטר. Если я пытаюсь рассмотреть твои проблемы до миллиметра. יסתכלו עליי גם וככה ישפטו גם אותי. То меня также на меня будут смотреть и также меня будут судить. וכאן הוא מביא לנו принцип מאוד חשוב. И здесь он приносит нам очень важный принцип. מידה כנגד מידה. Мера за меру. אני סולח בשביל שיסלחו לי. Я прощаю, чтобы мне было прощено. אתם יודעים ביהדות המיסטי. В мистическом иудаизме есть такое битуй чува. Есть такое выражение чува, это покаяние. Камуван, зелорах, зекодем коль батанах, вебабрита хадаша. Естественно, это не только в мистическом иудаизме, это также в Танахе, в Новом Завете используется. Аваль ба гадут амисти медабримше чува элухим בראה את התשובה לפני בריאת העולם. Но в мистическом иудаизме говорят, есть такая идея, что Бог сотворил чуву еще до сотворения мира. שכל יצירה שלו יכולה לעשות מעשה תשובה בשביל להתאזן. Чтобы каждое его творение могло обратиться для того, чтобы прийти в свой баланс. אני לא מדבר עכשיו על יחס שלי ליהדות המיסטי. Я не говорю сейчас о своем отношении к мистическому иудаизму. אבל רעיון מאוד ברור ונכון. Но это очень ясная и правильная идея. כשאנחנו רק שופטים, שופטים ושופטים. Когда мы только судим, судим и судим. אז משפט בא גם נגדנו. Тогда и суд придет в нашу жизнь. זה לא אומר שאסור לבקר. Я не говорю про то, что нельзя критиковать. אבל הביקורת שלנו צריכה להיות בנויה, בונה. Но наша критика должна быть исправляющей, מתקנת. Есть какое-то слово красивое. Нахон. Кто сказал конструктивная критика? Конструктивная. Седа.
אני אומר, но я говорю, שאנחנו מפתחים בתוכנו לב רך, когда мы в себе развиваем мягкое сердце, ומסוגלים לחפות בעיה או טעות של מישהו, и мы можем покрыть проблему или грех другого человека, אנחנו בטוחים שגם הוא סולח לנו, то мы также уверены в том, что он прощает нас. כשאני מדבר את זה אליכם, когда я говорю это вам, אני גם אומר לעצמי, я говорю это и себе. כי לפעמים כשאני מזמין עבודה, אני כמעט תמיד לא שמח איך עושים לי עבודה הזאת. Потому что когда я кому-то даю заказ на производимые работы, я практически никогда не доволен результатом. אני כבר שכחתי מתי קראתי לבית בעל מקצוע והייתי שמח איך הוא עשה עבודה. Я уже забыл, когда я был доволен какой-то работой, которую какие-то профессионалы делали у меня дома. אבל но צריך нужно על פי כתבי קודש согласно священным писаниям לסלוח прощать, לבקש לתקן, попросить исправить, עוד פעם לסלוח שהם טכניים בדרך כלל לא כל כך טוב, еще раз, потому что обычно исправляют так же плохо, как и было сделано. אבל רעיון אתם הבנתם. Ну, вы поняли идею, да? אנחנו חיים בעולם לא מושלם. Мы живем в несовершенном мире. ישוע ממשיך. ישוע продолжает. פסוק 13. 13 стих. ואל תביאני לידי ניסיון, כי כן חלצנו מן הרע. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. אני רוצה לחלק את הפסוק הזה על שניים. Я хочу разделить это место писания, этот стих на два. אל תביאני לידי ניסיון. Не веди нас в искушение. בעברית ניסיון, на в иврите слово испытание или искушение, שבדרך כלל לרוסית מתרגמים גם искушение, גם испытание. На русский переводят и искушение, и испытание. אבל בעברית זה אותה מילה, ניסיון. Но на иврите это одно слово, испытание или искушение, это ניסיון. למה ניסיון? Почему ניסיון? ניסיון. ניסיון זה לקבל опыт. Опыт. Также, is experience, правильно? Также лильмод машу. Слово несайон переводится как опыт, то есть через это ты что-то чему-то учишься. Аз им анахну роцим лавин ютер аль несайон. Если мы хотим больше понять, что такое опыт, то в лифтуах эгерет эль Яаков. То очень хорошо открыть послание Якова. Они ло роцим ашем тифтишатем тифтиху, а барах такшиву. Не открывайте сейчас, просто послушайте. ביעקב, בפרק ראשון, в первой главе послания Иакова написано, שתיים, со второго стиха, Яков מלמד, Яков учит, בשמחה, תיכנסו לכל מיני ניסיונות. С радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. הוא לא מסביר למה להיכנס לניסיונות. Он не говорит, почему нужно впадать כל в искушения. Есть разные испытания и искушения. כי אתם יכולים לצאת מזה יותר בוגרים. Потому что вы можете из этого испытания выйти более зрелыми. רק תעברו את זה בלי ропот, как ропот на иврите? Мерד. לא. תלונות? תלונות? לא, יש מילה אחרת, לא חשוב. אה? בלי קיטור. Только проходите это испытание без ропота. למה זה לי? Ой, почему со мной это случилось? ויעקב מסביר בדרך כלל למה זה קורה. Яков объясняет, почему это происходит. הוא מסביר את זה מפסוק 12. Он говорит об этом в 12 стихе. והוא אומר, и он говорит, בדרך כלל אנחנו נופלים לניסיון בגלל שאנחנו חוטים. Обычно мы падаем в испытания или в искушения, потому что мы грешим. אנחנו עשינו משהו לא טוב למישהו, мы сделали ומתחילים בעיות. Что-то плохое другому человеку, и вот тут начались проблемы. אתה פגעת ברכב של מישהו, ты ударил чью-то машину, השתתפות עצמית, ביטוחים, כל מיני שטויות, איבוד זמן, הכל. Сейчас побегай, пока ты задействуешь все свои страховки, потеряй много времени, силы, нервов, и все такое. יש הרבה דברים שאנחנו נכנסים בהם בגלל שעשינו טעות. Есть очень много вещей, которые мы
делаем, которые с нами происходят, потому что мы сделали ошибку. Но также есть еще другие испытания. Например, сегодня уже упоминали Иова. Почему Иову пришлось испытать то, что он испытал? Мы не понимаем этого. Бог допустил, чтобы дьявол испытал Иова. Что только Иова? ועם ישוע קרה משהו אחר? אז ישוע что-то другое было? אנחנו קוראים שרוח הקודש לקחה את ישוע למדבר לניסיון משטן. Написано в Писании, что Дух Святой взял Иешуа в пустыню для искушения дьявола. О, כתוב, Элохим шалах руах ра ле Шауль. Или написано, что Бог послал злого духа к Шаулю. Каше лавин эт зе. Сложно это понять. Аваль, им анахну хотим венофлим ле нисайон. Но если мы грешим и падаем в искушение, царих левакеш слиха ве коах лацет мезе. Нужно попросить прощения и силу выйти из этого. Каше Элохим ави отану ле нисайон. Когда Бог допускает нам искушение, царих левакеш рак савланут ве коах мемено. Нужно только просить терпение и силы от Него. А когда Он выводит нас из этого, то мы становимся более опытными, не всегда более сильными, но точно более помазанными Святым Духом. Но если все так хорошо в испытаниях, то почему Иешуа тогда говорит в своей молитве: «Не введи нас в это искушение»? Нам нужно понять, что мы все еще слабые люди. И лучше туда не заходить. И здесь у нас есть такая большая идея. הייתי פוגע בך, היית נותן לי מיד תגובה. Если бы я принес тебе вред, то ты бы мне ответил тут же. Элохим הרבה יותר סובלני. А Бог намного более терпеливый. תבקשו ממנו. Попросите у него. אל תביאנו לידי ניסיון. Не веди меня в искушение, пожалуйста, отец мой. והוא ישמור. И он сохранит тебя. ועל, איך כתוב שם? ו... כן חלצנו מן הרע. Но избавь нас от лукавого. בעברית כתוב רע. Написано избавь нас от злого. ובתרגומים אחרים משטן. А в других переводах написано избавь нас от сатаны. ופה אני רוצה להסביר בקצרה משהו מאוד מאוד חשוב. И здесь я хочу объяснить что-то очень важное. מלא, מלא מאמינים, очень много верующих מבינים את העולם כולו, понимают мир таким образом, שהם חושבים, הנה צד של אלוהים, וזה צד של השטן. Они думают, что мир разделен на сторону Бога и сторону дьявола. ואיזה צד אני בוחר, שם אני נמצא. И ту сторону, где я, которую я выберу, там я и буду. אני עוזר לאלוהים להילחם נגד שטן. Или я помогаю Богу сражаться против дьявола. או אני עוזר לשטן להילחם נגד אלוהים. Или я помогаю дьяволу сражаться против Бога. ובהבנה כזאת, и в таком понимании, וההבנה הזאת מגיעה מכל ה... תרבות эллинисти וגם пагани בכל העולם. И такая, и такое понимание пришло к нам из эллинистической и языческой культуры. Что сатан באיזשהו אופן באותו כוח עם אלוהים. Что дьявол каким-то образом может сравнить свою силу с Божьей. Хевре, זה שטויות. Это глупости. אל תבינו ככה. Пожалуйста, не понимайте יש так. יש מלך אחד. Есть только один царь. וכולם אחרים. А все остальные. אפילו לא שלא דומים, הם לא מתקרבים לדמותו. Не то, чтобы они могут с ним сравниться, они даже рядом стоять не могут. וכל הכוחות, כן גם טובים, כן גם רעים, זה עבדים תחת שלטון אחיד, יחיד וחזק נצחית שם אבינו שבשמיים. И все силы, и злые, и добрые, находятся во власти и под властью нашего вечного всемогущего Бога. אתם יודעים, לפעמים אנשים אומרים, לא, לא, לא. Иногда люди говорят, нет, нет, нет. אנחנו רואים שישוע בעצמו הכיר סמכות של סטן. Мы видим, что сам Иешуа признал власть дьявола. כשהוא היה
במדבר, когда он был в пустыне, וסטן פיתה אותו, и дьявол искушал его. אתם זוכרים, סטן אמר לו, помните, дьявол сказал ему, תשתחווה לפני, поклонись мне, ואז אני אתן לך כל המלכויות כי ניתנו לי אותם. И я дам тебе они... все царства, потому что они отданы мне. איך ישוע ענה לו? И как ישוע ответил ему? מישהו זוכר? Кто-то помнит? Господу Богу одному поклоняйся ему и только служи. Он не дал объяснения нам тому, что дьявол сказал, что он царь этого мира. Есть, כמובן, לסטן מקומות שחורים בעולם, שם ופה. Дьявола есть его темные места в этом мире. אם אתם תלכו למרכז תל אביב, יש שם בני בתי זונות. Если вы пойдете в центр Тель-Авива, то там есть публичные дома. О макомот, איפה יש מסומנים, או מאפיות, איפה שהם רוצחים אנשים. זה באמת מקומות, איפה יש קונצנטרציה, ריכוז של רע. Или сборище наркоманов, или какие-то места, где мафия убивает других людей. זה בכל העולם יש. Не только в Тель-Авиве, это есть во всем мире. Но это не сатан בדיוק. И это такие сгустки зла, но это точно не... это не полностью дьявол. זה בני אדם החליטו לעשות רע, והרוחות האלה רק מצטברות שם. Это люди, которые приняли решение делать зло, и они своим решением привлекли к себе всех этих злых духов. אבל בעולם הזה, но в этом мире, סטן הוא לא בעלים. Дьявол не хозяин. יש רק בעל ומלך ואדון אחד. Есть только один хозяин, царь и Бог. בגלל זה אנחנו חופשים להגיד שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד או אבינו שבשמיים. Поэтому мы говорим, слушай, Израиль, Господь Бог, Бог един есть. Или мы говорим, Отец наш небесный. ואנחנו פשוט כן צריכים להילחם נגד פיתויים ורע. И нам нужно бороться против искушения и зла. וכשאנחנו אומרים אל תביאנו לידי ניסיון כי חלצנו מן הרע, и когда мы говорим не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, זה פשוט אנחנו מורידים אף למטה, мы тогда наш нос опускаем вниз, אומרים שאני לא חזק, и говорим я не всесилен, אני מעדיף להיות כמו משה, я предпочитаю быть как Моше, או כמו גבריאל, מלאך גבריאל, или как ангел Гавриил, שלא התעסק עם הסטן, который не связывался с дьяволом, אלא פשוט ביקש מאלוהים, а попросил у Бога, להיכנס לכל העניין הזה, чтобы Бог вмешался во все, что было вокруг него. אתם איתי? Понимаете меня? והפסוק הזה, и этот стих, אני מאמין אישית, я лично верю, שישוע נותן לתלמידיו, что Иешуа дает своим ученикам, שהם יכולים לתפוס במלוא הבנה על מי שבעלים בעולם הזה. Чтобы они поняли полностью, кто есть хозяин этого мира. Элохим לבדו. Только Бог. Элохим לבדו. Только Бог. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת. Ибо Твое есть царство и сила и слава. לעולמי עולמים. Во веки веков. יש תרגומים שזה כן נמצא. יש תרגומים שזה קצת שונה. Есть переводы, в которых такое написано, есть, в которых написано по-другому. אבל זה גם הכרזה יותר משתמשים בה בסידור יהודי. Но это провозглашение, в котором часто, которое часто встречается в еврейском молитвенном сидуре. שאנחנו מכריזים קדיש. Когда мы провозглашаем молитву Кадиш, במילים כאלו אחרים אנחנו מכריזים על אותו דבר. Теми или иными словами мы провозглашаем то же самое. שלא יש מלכות. Что только у него царство. וגבורה. И сила. ותפארת. И слава. ואנחנו מלאים הודיה. И мы полны благодарности. להתקרב אליו. Чтобы приближаться к нему. ולהיות בנוכחות שלו. И быть в его присутствии. אני מאחל לכולכם להתפלל בתפילת אבינו שבשמיים. Я всем вам желаю, чтобы вы помолились молитвой Отче наш. ותמיד תחשבו על מילים ומשמעויות שנסתרות שם. И когда вы молитесь этой молитвой, думайте о словах и о скрытом значении, которое спрятано в этой молитве. בוא נעמוד ונתפלל ביחד. Давайте мы встанем, помолимся. אבינו שבשמיים. Отец наш небесный. יתקדש שמך. Да светится имя Твое.
Того малхутха. Да придет царство твое. Ясера цунха. Да будет воля твоя. Баарец, кмо башамаем. На земле, как на небе. Эт лехем хукейну тен лану айом. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. Вехалцейну. И прости нам. Веслах лану аль хатаейну, кифи шесолхим гам анахну ляхотим лану. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Веаль тавиейну лиадей нисайон. И не веди нас в искушение. Ким халцейну минара. Но избавь нас от лукавого. Ки леха мамлаха. Ибо Твое есть царство. Веагвура веатиферет. И сила и слава. Леолмей уламим. Во веки веков. Амин. Аминь.